Верхняя Волжья в юбилейный 25-й раз принимает научно-практический семинар «Тверская земля и сопредельные территории в древности». В этом году в столицу региона съехались около сотни археологов, причем не только со всех концов России, но и за рубежа. Работа семинара направлена на изучение древнейшего прошлого как Тверского края, так и Восточной и Северной Европы, а также Западной Сибири. В частности, планируется обсудить приход на эти территории различных, в том числе родственных племен, имевших разнообразные контакты друг с другом. Предполагается заслушать и обсудить доклады ведущих и начинающих специалистов смежных дисциплин, представляющих академические институты, вузы, музеи, археологические организации, причем не только из России. У нас представлены 27 российских городов. У нас докладчики и содокладчики. Это Беларусь, Германия, несколько еще других стран. Проблемы, поднимаемые в докладах, связаны со всесторонним изучением эпохи первобытности на современном этапе, в том числе историко-культурных процессов, проходивших в древности, материальной и духовной культуры населения Евразии в разные периоды. Доклады охватывают несколько огромных и важных этапов истории человеческого общества – от палеолита до раннего средневековья, времени появления славян Верхней Волжья. Нас всех интересует, как заселялась славянами эта территория, какие были взаимоотношения, так сказать, может быть, с финно-угорскими племенами, как это понять. Это, так сказать, проблемы очень актуальные. История эпохи бронзы, заселение этих территорий первыми скотоводами и земледельцами. Также 22 марта будет работать отдельная антропологическая секция, организованная краеведческим музеем, медуниверситетом, институтами этнологии и антропологии, а также археологии Российской академии наук. Причем одной Тверью все не ограничится. 25 марта планируется выезд участников семинара в Бежецкий мемориально-литературный и краеведческий музей.